Продолжаются у нас тесты кайта Slingshot турбина 2018 года, 17 квадратных метров. И еще один небольшой отзыв. Станислав, расскажите. Всем привет, на Ясенке. Сегодня не дует, а вчера был отличный день. Тестили кайт, доски. Вот на этом кайте я вчера покатался хорошо. Кайт интересный, управляется легко, легкая планка. Вот, правда, я вчера мало надул, а то меня спасали. Ну, спасли, ничего, жив. Расскажи давай плюсы турбины, вот что сразу? Турбина легко управляется, маленькая планка, казалось бы, кайт здоровый, тяга хорошая. Единственный недостаток, если вдруг порыв приходит, он так отрабатывает довольно жестко. А так во всем остальном кайт отличный. Вообще вопросов нет. Так, а какие минусы? Минусы то, что порывы немножко тяжело на нем. Он бьет, так бьет. Вот. Других минусов что-то не вижу. А цветовая гамма понравилась? Расцвет? Потому что некоторые говорят, что немножечко... Такое агрессивная такая. Ну, на вкус и цвет, как говорится. По мне так ничего. Все, спасибо.